Учебный год уже начался, но до сессии еще далеко. Тем не менее, студенческая жизнь кипит и бьет ключом в общежитиях. В одно из них мы решили заглянуть в то, которое принадлежит самому культурному вузу нашего города. Творчество начинается прямо с центрального холла. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Федор. Я сейчас делаю домашнюю работу, натюрморт рисую. Это все, чем вы занимаетесь в общежитии? Мы делаем все, у нас есть тут совет тоже, как бы я там тоже состою и все остальное там. Рисую, помогаю в общежитии. Вы так в сторону стенки махнули, это тоже ваша работа? Да, это тоже моя работа. Почему матрешки? Ну, потому что, как бы, я не знаю, это, мне кажется, интересно. Это символ России, вот так вот сказать. Смотрите, девушка со сковородкой. Здравствуйте, вы на кухню? Здравствуйте, да. А что будете делать? Блинчики жарить. Пойдемте с нами. Ох, расписывай гармонь страдания, что залегло на свидание. Мехая гармошка золотые звуки льет, на машинские мотивы кто не пел, так запоет. Поделитесь рецептом вкусных блинов таких. Они у вас особенные какие-то? Да, они у нас очень особенные. Мы их печем обязательно с песней, с прибаутками и с хорошим настроением. Ну а рецепт самого теста мы оставим в секрете. Творог с бананом. Очень вкусно. Можно попробовать, да? Угощайся. Разумеется, угощайся. Спасибо. Вкусно? Правда? Спасибо большое. Пойдем дальше. Кажется, жизнь здесь никогда не останавливается. 7 часов здесь что-то репетируют. Здравствуйте. Здравствуйте. Хореографы, я так понимаю, какой курс? 5-й курс. А тут я танцую, 2-й курс. А скажите, так поздно, и вы все еще занимаетесь. До скольки у вас занятия? До 6 часов, до 10 вечера, может быть. А самое позднее, когда заканчивается? Самое позднее, 6 утра, перед экзаменом. Мастерство хореографа. Покажете нам что-нибудь? Да, покажем. Но в студенческой жизни встречаются не только приятные моменты, но и опасности, и превратности. О боже, что здесь происходит? Ребята, ребята, что происходит? Что происходит? Скажите мне, зачем бьешь девушку? Я не бью, я ее просто люблю, у нас завтра свадьба. Да, ну а сейчас мы репетируем сценический бой, у нас завтра прогон генеральный, вот. Это, на самом деле, не по-настоящему все. А это она, от нее все зависит, она принимает удары свои, так что она даже не пострадала. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Давайте попробуем заглянуть в какую-нибудь комнату. Оттуда доносится музыка. Должно быть интересно. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Мы решили к вам в гости заглянуть, музыку услышали. Очень приятно. А могли бы нам что-нибудь сыграть? Из современного? Ну да, из популярного. Давайте сыграем. Ну вот так. Где взять вдохновение? Чтобы было вдохновение, конечно, надо прислушаться к своим чувствам. Студенты говорят, что так в их общежитии каждый день. Ну, почти. И, похоже, студенческая жизнь не умещается в стенах общежития. На улицу выплескивается.